Поликлиники Щелковской областной больницы первыми в Московской области получили вакцину против гриппа. Вакцинация начинается уже в сентябре. Первыми ее смогут пройти медицинские работники и сотрудники образовательных учреждений. Поставки препаратов продолжатся по графику в течение нескольких месяцев. Пройти вакцинацию и тем самым обезопасить себя могут люди практически любого возраста. Детям прививка от гриппа разрешена от полугода. Хранятся поступившие препараты «Гриппол», «Инфлювак» и «Флюэм» в определенных условиях – фармацевтических холодильных камерах. Температура хранения от 2 до 8 градусов. Нужно вакцинироваться раз в год от гриппа. Однократная прививка проводит ее в кабинете иммунопрофилактики, в так называемом прививочном кабинете во всех поликлиниках, после осмотра врача обязательно, при отсутствии медицинских противопоказаний. Выработка антител происходит к гриппу в течение 1-2 месяцев, поэтому нужно начинать это делать все уже с сентября-октября месяца.